Да? Но. Обожаю, как вот здесь залипаю. Каскод ходит вообще не будет. Не, ну я сейчас сказал, здесь лифты вроде бы в хорошем состоянии еще вот. И тихий тоже, вот. О, поехал, по-моему. Опа. О. А это Меловский, да, пытается? Это что-то современное. Ну, значит, здесь модернизацию сделали ее. Ну и что? Что-то похоже на новый, как будто недавно совсем меняли. Да. Аж такие вызовники сейчас и делают телевизор, между прочим. Да? Да. А. Сейчас все вот такие возобновители не выпускают, между прочим, вот такие белые. Ты в курсе? А уже такие вот, которые. У меня, кстати, вот с пятеркой и досталось, между прочим. Понял. Да. Не, слушай, вообще едет идеально, вот не шатается так уж и так далее, вот вообще. Да, только здесь не хлопает. Вот что самое обидное. Там хлопнуло? Ну да, здесь. Да, это первый, первый. А. Слушай, а жизнь О, сейчас, подожди. Слушай, Артур, а здесь вообще собираются эти лифты менять? Вот буквально с 27 числа, представляешь? Да. Давай попробуем еще адреса вот заснять. Вот давай сейчас и попробуем, потому что. Да, до замены вот, ну типа. А сегодня у нас какое число? 30-е? Да, вроде бы да. Ну вот. А у нас все. А там 27-го должны один из них были остановить. Блин, ну мы вовремя, короче, сюда зашли. Да.